С 1 февраля Госсадмтехнадзор начал проверку состояния подмосковных ЗАГСов. 25-й отдел, ведущий дела Ленинского района, первым в области завершил мероприятие, цель которых – выявить недочеты зданий на прилегающей территории, пути подъезда, а также состояние ограждений и объектов освещения. Впервые в Видном представители надзорных ведомств и сотрудники соцзащиты проверили состояние пандусов для колясок, места парковок для инвалидов и иные социально значимые объекты. Как мы видим, здесь присутствуют основные элементы, которые обеспечивают доступность всех категорий инвалидов, а именно окантовка лестницы, желтый контрастный круг на стеклянной двери. Если, например, подъедет инвалид на коляске, нажимается кнопка вызова, сотрудник управления выносит переносной пандус. При осмотре данной территории нарушений мы не установили. Те нарушения, которые были незначительные, управление ЗАГС устранило в кратчайшие сроки. По итогам проверки здания Ленинского управления ЗАГС инспекторы остались довольны. Также рейды пройдут во всех муниципальных образованиях Московской области и завершатся 10 февраля.